Я сразу понял, что вы наша. Что-то сразу. Как вы поняли? Да, видно, что ну, вот, славянская внешность. Наверное, украинка. Прикинь, я молдаванка. Да, ну, корни-то явно украинские, наверное. Не. Ну, очень похоже на наших людей, так скажем. На наших женщин, да. Похоже. Ну, да. Нет, есть, конечно, у меня украинского немножко, но совсем чуть-чуть. Только одна бабушка. Мамина. Мать. А, ну это уже для Гена этого достаточно. Ну, я похожа, кстати, да. не на нее. Я в эту сторону, в папину больше. Понятно. Понятно. А вы из? Украина, Одесса. Одесса. Да, Одесса, Одесса. Соседи. Да. Смотря откуда вы в Молдаве. Если Приднестровье, то совсем близко. Кишинев. Ну, в принципе, вот у меня как раз бабушка, которая, вот я сказала, да, одна четверть, она из Приднестровья. А, понятно. Ну, это тоже недалеко Кишинев, километров 180 от Одессы. Ну, да. Никогда там не был, но... Ну, я в Одессе бывала очень часто. Можно вопросы позадавать по Одессе? Да, конечно. Вот честно, вот у меня прям, знаешь... На языке крутится, вот от когда вот это ваш этот Майдан, вот эта вся история началась, особенно меня удивило, знаешь что, отношение к Приднестровью, вот вас. Ну-ну. Вот когда у вас поменялось отношение к Приднестровью, вот мне это просто интересно. В 14 году, когда мы поняли все. А что вы поняли? Кто такая... Ну, мы не к молдаванам поменяли отношения, боже упаси. Украинцы уважают, в принципе, все народы. Ну, вот крайнее время мы уже понимаем, кто такие русские. А в Приднестровье стоят российские войска, поэтому нам Приднестровье просто отношение как к тем людям, которые стоят в Приднестровье, к русским войскам. Они там есть, склады и так далее, вооруженные силы. А к Молдавии, к молдавским людям... Слушайте, ребят, я сейчас не про Молдавию. Я сейчас не про Молдавию, я именно про Приднестровье. Ну, для нас Приднестровье – это Молдавия. То есть, а до 14 года у тебя какое было отношение к Приднестровью? Вообще нейтральное, и сейчас, в принципе, нейтральное. Просто за исключением того, что в Приднестровье стоят российские войска, которые нам несут угрозу. Ну, реально, для нас это угроза. У нас люди каждый день погибают. Вот сегодня... Были бои на востоке, и парни погибли, раненые. Ну, реально тяжелая ситуация. Время от времени... Что произошло? Русские... В какой момент ты понял, что тебе Приднестровье враг? Мне Приднестровье не враг. Там стоят мои враги. Оккупировали ваше, можно сказать, Приднестровье. Я так скажу. Но мне сами люди, которые местное население, приднестровцы, более слушай, того, там очень много украинцев. Подожди, давай я тебя тогда по-другому спрошу. А ты знаешь, что вот эти вот миротворческие миссии, да, которая стоит в Приднестровье, что до 2014 года там и украинцы стояли? Ты знаешь об этом? Я сейчас... миротворческая миссия, так и говорите, российские войска. Нет, оккупационные и войска. Ваши там войска тоже стояли. Вы знаете, я первый раз об этом слышу. Я никогда не слышал, чтобы Украина стояла в Приднестровье. Вот были. Я сейчас... Были. Я они, сейчас... они входили в миссию миротворческих мест, это войск. А то, что УНАУНСО там воевала за Приднестровье, ты об этом знаешь? Да. Это знаю факт. На стороне российских войск за Приднестровье воевала УНАУНСО. Это знаю, да. А у тебя отношение к УНАУНСО поменялось после этого? В целом, вообще к националистическим людям, да, там, кого вы имеете в виду, там, УНАУНСО, правый сектор, например, да, ну, если я так понимаю. Это вся одна нет. Шарашкина контора. Хорошо, позитивное отношение. Угу. А знаете почему? То есть, то, что они воевали за Приднестровье, у них же были какие-то смыслы тогда. Какие у них? Да, я знаю, как... Тогда воевать за Приднестровье. Я знаю, какие смыслы. Смотрите, я их со всех сторон не оправдываю. Безусловно, у них были свои ошибки. Смыслы у них были они какие? Воевали... Какие у них смыслы были? Один и самый главный, они воевали против правительства Молдавии, войск Молдавии, официальных войск, да, Кишинева, скажем. На стороне России
мотивируя это тем, что они защищают украинское население, которое живет в Приднестровье. Приднестровье, ну вы знаете, по всей границе, ну вот, северной границе, да, вот, Рыбница, Тирасполь и так далее. Подожди, подожди. Много населения коренных жителей Украины. Не надо про защищали Украину. Это вообще был кусок когда-то Украины, Приднестровья. Его присоединили. Да, да. Так вот, я тебя хочу спросить. Значит, тогда, когда у Наунсо пошло... А почему оно туда пошло? От чего оно защищало это население? Что хотели сделать молдавские войска с населением? Вы меня спрашиваете, вы мне расскажете. Вы меня спросили про отношения, я вам сказал, что хотела Россия, Россия хотела оккупировать. Россия давай это... ты не про Россию, подожди, оставь Россию. Давай мы все остальные выясним смыслы, которые были у Наунсо, когда они пошли защищать приднестровцев, практически своих, своих ну, украинцев, да? Своих... Да. Какие у них были смыслы? Да. От чего они защищали? Ну... Но они защищали от того, как они считали, и я к Наунсо не принадлежу, они защищали украинцев, которые попали под огонь официальных властей Молдавии в то время. Почему они попали под огонь? Что случилось? Что за... Почему так произошло? Почему они возбудились? Почему они пошли против? Приднестровье почему начало... Почему Приднестровье начало... Ну, кипиш в Приднестровье, я правильно вас понял? Да, правильно. Совершенно. Почему начался кипиш на Донбассе? Я тебя про Приднестровье спрашиваю. А, хорошо, я вам просто аналогию, ну, аналогия очень похожа, очень похожа. Не надо аналогию. Сепаратизм. Говори хорошо, смысл. Хорошо. Смысл. Сепаратизм. Сепаратизм. От чего сепаратизм? Почему сепаратизм? От Молдавии. Причина какая? Не просто так. Хорошо, да? Я вам... причина российский империализм. Молдавия, российский империализм? В России они причина... Они от Молдавии но, хотели уйти. Ну, я же вам объясняю. То есть Молдавия был российский империализм? Нет, послушайте, вы перекручиваете, я этого не говорил. Ты только что сказал. Нет, не говорил. Я вам говорю, что в Приднестровье вы, вот в 91-м году, когда был конфликт, можете меня где-то там в датах поправить, в третьем, да, ну, возможно, да, видите, все-таки первопричиной, почему началась эта война, это сепаратизм. Из чего возник сепаратизм? Россия являлась источником этого сепаратизма на территории сейчас непризнанного приднестровского государства. Да, непризнанного. Причем здесь Россия? Это было Приднестровье и Молдавия. Причем здесь Россия? Нет, почему Приднестровье захотело отделиться от Молдавии? Молдавии! Россия не причем. Да. Почему? Смысл? Не зависай только, я тебя умоляю, блядь. Ах ты ж, скотина, слился. Блядище, а какое?